Сплотить и объединить студенческую молодежь. В республике открыта новая лига грэпплинга. Ведущий дагестанский клуб Universal Fighters совместно с общественной организацией «Здоровое поколение» запускает серию турниров. Проверить свои силы сможет любой желающий. Главное условие – наличие студенческого билета. О целях проекта в сюжете Курбана Рагимова. Тактическая борьба понравилась Хасбулату Хабагинову с первых дней тренировок. Грэпплинг – практичный вид спорта, делится студент факультета физкультуры ДГПУ. Здесь он только полгода. Пришло время проверить себя на соревнованиях. Выступление в студенческой лиге станет для него первым состязательным опытом. Сам грэпплинг мне нравится тем, что в нем нужно много думать. Это хороший вид спорта для креативных парней. И именно поэтому я выбрал грэпплинг. В Дагестанском педагогическом университете к спортсменам есть хорошие привилегии. Поэтому я думаю, это для хорошо и для вуза, и для зала выявлять сильнейшего на студенческом уровне, потом и на национальном. Инициаторами открытия студенческой лиги стали грэпплеры из клуба Universal Fighters. Чемпионы мира и Европы. Почти 10 лет они выступают на высоком уровне и продвигают эту борцовскую дисциплину в республике. Проект получил поддержку в региональном Минспорта. В ведомстве уверены, что проведение турниров послужит дальнейшему развитию студенческого спорта. Они пришли сегодня нам своей программой. И программа, я считаю, очень нужной, очень уместной. И действительно, вот в данный момент в Республике Дагестан мы все знаем, что идет спад студенческого спорта. И вот очень кстати, ребята, что вы сегодня, это не только это не предложение Минспорта, это они сами пришли с этой идеей к нам. Это очень хорошая программа, очень хорошая идея, и получили полную поддержку от министра тоже. По замыслу организаторов, в каждом вузе республики пройдут внутренние отборочные соревнования. Лучшие в 8 весовых категориях получат право защищать цвета своего учебного заведения в финальном этапе. Главный межвузовский турнир планируется провести в мае в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева. Помимо этого, проект включает в себя проведение мастер-классов и встреч именитых спортсменов со студентами. Вообще просто преимущество грэпплинга в том, что вот в нем может принять участие как там борец вольного стиля, классического, дзюдоист, самбист, даже с ударных видов спорта приходят. И мы можем вот разных людей, разных видов спорта объединить вокруг грэпплинга. Все мы знаем, как распространяются вместе со спортом в Дагестане, распространяются и другие, как вы сказали, вредные привычки, пагубные привычки, которые губят нашу молодежь. И чтобы от этого всего отвлечь их, чтобы у них был какой-то интерес. Если говорят же, святое место пусто не бывает. Если их чем-то не занять, они обязательно будут заниматься чем-то плохим. Первый турнир пройдет уже в ближайшее воскресенье. На ковер в спорткомплексе имени Газимагомеда Ахмедова выйдут студенты Дагосуниверситета, которые определят, кто будет представлять вуз в финале студенческой лиги. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.